Вот, друзья, сейчас мы рынок посмотрим. Привет. Алим уже. О, Леха, натаскал. Вот двор один раз не такой был. Почем налим? А что дорогой-то такой? Мне как пенсионеру скидку сделаешь. 80 стоит пачка. Ну что? Он на следующий год будет по 120 рублей. Да, да. Что там? Ну мне-то как ветерану, пенсионеру. А мы ставим пенсионеру. Удостоверение. Да удостоверение я тебе сейчас покажу. Ну, что? Давай показывай. А скидка будет? Да, по 60. Привет, друзья. Мы сейчас готовимся к поездке на реку. А перед этим хочется открыть ваши посылочки. Огромное спасибо моему товарищу Роману Албакирову. Город Красноярск прислал нам вот эту вот чудесную подарок. Как нельзя кстати, вовремя. Я-то знаю, что тут лежит. Это дорогого стоит. Да, запечатали на славу. О! Димон, принеси ножичек, папе. На. Спасибо. Ого! Друзья, это оригинальный котовский ремень. Будет у нас теперь счастье, снегоход полетит с новой силой, расход топлива сэкономится. Просто волшебно. Роме, огромное спасибо. Так, а это тоже очень долгожданная посылочка. Это нам подписчик Евгений из города Воскресенск. Соседи мои по родине прислали. Очень часто я бывал у вас в городе. Даже на одном профессиональном соревновании там принимал участие. Ладно, скрываем. Здесь, друзья, все, что надо нам для рыбалки. Такой вот кулечек. У нас тут целая куча вертлюгов на налимовца. Будем собирать перемет. У нас тут 100 штук крючков. Хоть магазин теперь открывает в Туруханске. Ну и леска 0,5 плетенка. Выдержит любого налима. Надеюсь, теперь больше сходов не будет. Изготовим новые конуса. Будем применять ее по назначению. Женя, большое тебе спасибо. Ну а что, все, а мы собираемся на рыбалку. Сейчас вот пришел с работы, время уже пора, надо ехать, собираться. Так что, до встречи на реке. Привет, друзья. Ну вот мы и на реке. Сейчас будем проверяться перемет. Потом, как обычно, пойдем проверим удочки. Ну, в этот раз будем надеяться, что там кто-то будет жить. Завтра мы едем за живцом и, скорее всего, если со временем все выйдет, будем переставлять удочки дальше в реку. Будем продолжать искать свое счастье, своего налима, свою рыбу. Так что, такие дела. Ну, приступаем к осмотру. Небольшая оказия, друзья, случилась. Я забыл крепление для камеры, поэтому будем снимать и с рук, и с чего только не придется. Ну, в общем, смотрим. Так, друзья, приступаем к разбору. Ага. Ну, поехали. Чем нам сегодня Енисей? Так, подожди. Вот это уберу. Покажи. Пошел. Что такое? Опа. И на первом крючке
у нас ёрш. Ничего. На первом крючке у нас ёрш. Смотрим на втором. Вот еще одно ничего. Ну тут прям хоть ничего, ничего. Пустой крючок. О, на третьем какой большой. Ёрш. Ничего. Ну сегодня. О, на лимус. На лимус, друзья. Опа! Миша, как работа. Я его... Перевернешь? Конечно. Все для тебя. Да. Да хватит, че. Ага. Еще ёрш. Опять ничего. И крючка. А. Ничего. Угу. Значит, мог быть еще один. А у нас там ничего случилось. Ой, пардоньте. Так, тут опять ёрш. И, кстати, поводки опять закручены, друзья. Ну ладно, у нас пришли подарки от вас. Евгений нам прислал вертлюги. О, пустой крючок. Еще пустой. Шестеренка цепляется. Да. Так, ну норматив выполнен. Три штуки есть. О, какой дерзкий. Ой, заглотил. Бедолага. Сейчас, погоди. Попробую, посмотрю. Может, получится его отцепить. Да ладно ты. Я тебе помочь хочу. Ну, не, друзья. Медицина тут бессильна. Тут только... Начинается, получи так. Вот, все. Опять пустой крючок. Ух ты. Это не пустой крючок. Ну, это следующий. Надо бы ему... Да, вот так вот. Да какой пацан шустрый. Там еще один. Ну, есть. Но... Опять небольшой. И опять заглот. Ну, попробуем прооперировать. Да тише ты. Не, друзья. Как Костя говорит, китикет. Ну, не. Вскрытие показало, что клиент умер от вскрытия. Угу. Еще налим. Ты посмотри, какой черный. Да, что черный-то? Опять вот. Заглот. Вот это он белей-то не стал. Пустой крючок. Опять. Еще один пустой крючок. Ну, в общем, дальние крючки, в принципе, работают. Это был последний там он груз. Угу. Опять мы видим целую кучу пустых крючков, ребята. Что тут скажешь? Видите, налим не крупный. Ну, 4-то хороших, 3 мелких. Ну и, соответственно, сколько штук еще было съедено. Ну, ладно. Будем мы продолжать искать налима крупного. Будем передвигаться к берегу, в реку. Я думаю, мы его найдем. На это только надо немного времени. Ну и будем делать на днях новый перемет. В ближайшее время. С поводками, с вертлюгами. На другой веревке. Поэтому будем надеяться, что вот эти наши минусы тоже уйдут в прошлое.
и будет у нас еще больше рыбы. Ну что, ставимся? Угу. Живца у нас сегодня не так много. Вот, сейчас будем насаживать нарезку из рябушки. Ну, как-то так. Завтра едем за живцом. Держи, Миш. Кронштейн затек. Может быть, переместим? Сейчас, сейчас. Потому что перемещать тебе сейчас могу тащить. Пока не надо тащить его. Сейчас груз на дно упадет. Я думаю еще что. Вчера на лимы попались. Вот. Начальные крючки с прошлой рыбалки, позавчерашней, были заряжены на ерша. А, все, упал. Были заряжены на ерша, которого я сажал за спину. Вот. Может быть, на лиму проще сорвать, когда он вот так вот висит за хвост. И поэтому пустые крючки. Надо опять пробовать, я думаю. Хуже от этого не будет, потому что, как показала практика, на лим попадается и при насадке за спину. Так, друзья, знаю, вам очень неудобно смотреть, но извиняйте, забыл я крепление. Да-да-да, дернул. Ага, давай-давай еще. Ага, хорош. Так, ну а что, у нас получится, с того края будут ерши, но там вначале еще тоже были живые. А дальше будет нарезка. И то нам, Мишенька, не хватит. Крючки. Давай-давай-давай-давай. Зацепится. Мы с тобой одно дело не сделали. Сейчас, подойди. Вот, туманище. Какой. Сейчас, стой. Малинус тут сидит. Жадные ребята. Да не то слово. Вон. Здесь в крови. Я его всегда с ротаном сравниваю. Такой же троглодит. С ротаном, говоришь? Да. Ну, у нас еще не все. Мы сейчас еще удочки посмотрим. Я почему-то сегодня думаю, там будет рыба. Ну, как минимум, ешь, что будет. Ну, на том краю, вон, на лимы были. Давай, давай, давай. Во-во, пошло, пошло. Давай, давай, давай. Хорош. Ну вот, у нас тут будут селедочка заряжена. Надо запомнить, что вот возле этой трубы. Так, стой, стой, стой. Начинается. Блин, вообще, смотрите, как в бане мы тут. Друзья, вы ничего не увидите, наверное, бедолаги. Да-да. Так, тут ерш. Можно дальше. Стоп, сейчас я его расчехвостю. Эх, сейчас мы поставим вертлюги. Все, такая проблема у нас исчезнет. Ну вот, друзья, закончилась еще одна рыбалка. Думаю, было интересно. Как-никак, 7 штук мы поймали. Я думаю, это достаточно неплохой результат. Будем дальше передвигаться в реку и к берегу. Я думаю, 4 донки поставим в общей сложности.
Вот. Завтра едем за живцом. Сегодня сами видели, поставили нарезку из ряпушки. Вот. У нас там примерно половина крючков получилась с ершами, половина с ряпушкой. Посмотрим, что даст этот эффект. Ну, в целом все равно нужен свежий живец. Будем завтра рыбачить, попробуем наловить его побольше. Такие вот дела. Так что вам еще раз огромное спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии теплые. Мы вас верим, как и вы в нас. А мы будем продолжать стараться на благо ваше, ну и наше. Потому что есть что покушать. А я сегодня думал о женщинах. Да вот, а поэтому... И смотрите, все равно, вопреки, вот они, 7 налимов. Ну вот так вот. А было бы 17, если бы он думал правильно. Естественно. Ну ладно, друзья. Такая вот у нас рыбалочка получилась. Вам удачи, не болейте, себя берегите, на рыбалку ходите. Пока. Так, ну что, надо поделить. Давай, это мне, это тебе. Это мне, это тебе. Это тоже мне, это тебе и мне. По-братски. Все по-честному. Ну. Приезжайте на курорт из Труханского края.